Серию краж игровых приставок раскрыли в Южно-Сахалинске. В полицию поступило 4 заявления о похищении профильной аппаратуры. Все эпизоды связаны с одной сетью магазинов по продаже цифровой и бытовой техники. Сотрудники уголовного розыска разгадали эту головоломку. Под подозрение попал житель области, который еще не достиг совершеннолетия. Одна из приставок у него была изъята, а остальные юноша успел реализовать. По версии следствия, за полученную в ходе игр с законом технику, юный фигурант просил от 3 до 6 тысяч рублей, а общий ущерб от его криминальных походов по торговым точкам составил 50 тысяч. Теперь история перешла на новый уровень, возбуждены уголовные дела.